Брат, ты почему его считаешь кафир? Он говорит, потому что он судит не по законам Аллаха. Мы говорим, брат, ну может быть он понимает, что это нельзя. Он говорит, брат, суд не по закону Аллаха является куфром, потому что пришло в аяте и так-то, и так-то, и так-то, и так-то, что «Ваман лякум иван залафа, улякахум иль кафирун» и так далее и тому подобное. Мы говорим, брат, ты ошибся. Почему? Потому что от салифов пришло баракалуфикум о том, что это куфр дуна куфр. Судить не по законам Аллаха – это куфр меньше куфра. Поэтому, брат, ты ошибаешься в этом вопросе. Поэтому, брат, ты ошибаешься в этом вопросе. اعلموا أيها الإخوان أن الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلاهما بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير ما شرعه الله وقانونا مخالفا لشرع الله من وضع البشر معرضا عن نور السماء الذي انزله الله على لسان رسوله من كان يفعل هذا هو ومن يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه فهما واحد فكلاهما مشرك بالله هذا أشرك به في عبادته وهذا أشرك به في حكمه والإشراك به في عبادته والإشراك به في حكمه كلاهما سواء.